Из Нарьян-Мара в Симферополь и Казань. Руководство авиакомпании «Руслайн» анонсировало введение новых рейсов на летний период. В ходе брифинга с журналистами Заполярья представитель авиаперевозчика рассказала о программе полетов из столицы Ненецкого округа на 2020 год. В следующем материале все подробности. Пассажиропоток в 670 тысяч человек. Такие грандиозные планы поставлены перед «Руслайном» на текущий год. Более 40 направлений полетов, из них 6 – Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Киров, Москва и Сыктывкар – выполняются из Нарьян-Мара. Для перевозки пассажиров авиакомпания использует один из самых оптимальных региональных самолетов – «Бомбардье CRG». Всего во флоте «Руслайна» 20 таких машин. Очень удобный региональный салон, который включает в себя, значит, компоновку 2 и 2 кресла. Есть восьмой ряд, ряд так называемой повышенной комфортности, где есть дополнительное пространство для ног. То есть те пассажиры, которые, собственно говоря, хотят лететь более комфортно, могут приобрести данную услугу у нас на сайте. Политика авиакомпании – налаживание авиасообщения между субъектами страны в обход столицы. Одна из задач – разгрузить крупные московские хабы и дать возможность жителям регионов добраться в города России по более удобным маршрутам и за низкую цену. Тарифы авиакомпания предусматривает очень лояльные. То есть, соответственно, из Нарьян-Мара в Киров можно улететь за 4000 рублей. Из Нарьян-Мара в Сыктывкар тарифы наши от 3000 рублей, а стоимость авиаперелета Челябинск, Уфа и Екатеринбург составляет от 1000 рублей. Я хочу вот здесь очень акцент сделать как раз на то, что для жителей региона Ненецкого автономного округа мы стараемся действительно сделать доступнее те региональные города, в которые раньше не то что не было авиасообщения, в принципе не было вообще никакого сообщения. Кроме того, на летний период планируется ввести еще два направления – Казань и Симферополь. Сейчас «Руслайн» займется подготовкой предложения по реализации льготных программ по перелетам для детей и людей пожилого возраста на летний период. Что же касается казусных ситуаций, будь то утеря багажа, задержка или отмена рейса, как пояснила Наталья Кашевар, от этого не застрахована ни одна авиакомпания. При возникновении вопросов можно обращаться в колл-центр или на горячую линию, а также к представителю в аэропорту вылета. Есть еще колл-центр авиакомпании, который телефон его есть у нас на сайте, там 8800. И, соответственно, сотрудники колл-центра, там достаточно большая оперативная группа у нас, которая в срочном порядке готова отреагировать на любые запросы пассажиров. Если же, по каким-то причинам колл-центр достаточно перегружен, вы, как совершенно правильно сказали, коммерческий департамент всегда готов подключиться в случае, потому что бывает, регион расположен таким образом, что бывают метеоусловия не очень благоприятные, бывает погода не такая, бывают задержки или отмены, такое тоже может случиться по метеоусловиям. Поэтому у нас есть специальная группа, которая работает по вот таким трудным рейсам. В завершении пресс-конференции Наталья Кашевар объявила о старте фотоконкурса для жителей Ненецкого округа. Главный приз – сертификат на бесплатный перелет из Нарьян-Мара для двух персон по любому направлению авиакомпании «Руслайн», который будет действовать до конца текущего года. Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо разместить фотографию на фоне воздушного судна авиакомпании в группе ВКонтакте информационного агентства «НАО-24» в период с 15 февраля по 15 марта. А после редакция информационного агентства совместно с пресс-службой авиакомпании выберут самый красивый оригинальный снимок и вручат приз победителю. Екатерина Дементьева, Алина Воучейская, Антон Выдряков, телеканал «Север».